Всем приветики. Хотел показать свои новшества. Это получается видеообои. Вот они такие красивые. Не просто картинка, а такие как бы что-то движется, ну такие, ну типа звезды летят. Вообще любая может картинка быть. Все зависит от самой обои. Заходим в обои, нажимаем на смайлик в обои. И вот мои видеообои. Здесь вот полно всяких обои. Вот такого плана можно поставить. Ну, хватает. Ну, нормальное, самое нормальное, их там мало, потому что они идут, дергаются как-то. Ну, то есть, нету картинки, которая бы четко переходила, когда заканчивается на начало. Оно как-то дергается. А вот это самое нормальное. Вот. А устанавливается я скачал в каком-то, на каком-то сайте и положил в папку MIUI Video Wallpapers. И вот здесь все это хранится. Но из них всех нормальных штук 5, по-моему. А я скачал там штук 100, 100 с чем-то. Вот. Там еще добавили сетку. То есть раньше у меня было 4.6. И выглядело все вот так. А сейчас с обновой стало вот так. То есть не 4 штуки вмещается, значка 5. А так круче как бы выглядит. Вот. Еще камеру обновили. Там получается в камере... Раньше профиль был в самой камере, по-моему, базовый профиль в камере, а сейчас там профиль уже стал другой, уже не базовый, а высокий профиль стал. Вот, стал высокий профиль, от этого качество лучше не стало. По-моему, такое же, а может быть даже чуть хуже. Но файлы стали весить намного больше. Ну, то есть, профиль стал высокий, файлы весят теперь больше, но при этом качество такое же. Зачем они делали профиль высокий? Непонятно. По-моему, даже качество и хуже, может быть, даже стало. Вот. Ну, а так все, на этом все. Как-то так. Всем покедова.